Всем привет, ребята! Мы продолжаем играть в хроники. Идем за компанию и смотрим. Вот у нас есть хижина жнеца. Хвала богам, семья жнеца покинула дом до прихода врагов. Слуги сильфиды нагрянули мгновение спустя. Что ж, пойдем воевать. Посмотрим, на что наши герои раскрученные, прокрученные способны. Что ж, первых мы завалим быстро. Посмотрим, что со вторыми. Вторые будут посложнее немножечко. О, смотри, сколько лошадок-то. Три лошадки и одна фея какая-то, да? С красными крылышками. Как бабочка. О, давай, паралич. Отлично, отлично. Паралич, это хорошо. И защита у нас есть. Стальные небеса. Готово. Хорошо, проходим дальше, смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас улучшенные воины какие-то, смотри. Сейчас посмотрим. Ну, пока герои еще сильные у нас достаточно-таки. Сейчас посмотрим, сможем ли мы их одолеть. Вот, пламенный покров, идет защита. Стальные небеса, в принципе, уже можно было не использовать. Добавили нам немножечко очков, по 22, хорошо, и награду заработали мы. А давайте отправимся дальше. Околица. А богатый урожай растоптан копытами сатира. На радость демонам он сеет страх. Что ж, поехали. Посмотрим, что мы можем сделать здесь. Вот идут сатиры. Вот самый главный сатир большой такой с рогами. Достаточно-таки он мощный, но мы его уничтожили. Но этих ребят, в принципе, не так просто. Ну, а все, мы их сделали. Победили. Следующих. А, смотри, с копьем гад, смотри, стоит. О, так быстро умерли. Нормально. Идем дальше. Так, ну этих ребят, я думаю, мы быстренько одолеем. Тем более, смотри, сколько мечей у нас было. Все. В принципе, несложно было продолжить. Идем дальше. Дальше у нас заросшая тропа. Спутанные ветви деревьев, отличное место для засады. Так, это мне не надо начать. А, нужно нам купить 120 энергии. А, типа мы не можем использовать, мы не можем играть в игру дальше. А в эту мы можем? Нам необходима какая-то энергия. Хорошо, идем в город. Угу. Тут смотрим, что герои, да? А, прокачаем сейчас Тею. Уровень солнца и исцеляющий луч. Хорошо, прокачали мы ее. И давай других прокачаем. Пламенный покров. Вот, увеличим. Так, это подожди, это не надо. Так, готово. Здесь... А, не хватает золота. Хорошо, ладно, золота нет у нас. Ну, давай зайдем в арену, посмотрим, что у нас тут в арене. Так, Мирулина, Олег. Давай Мирулину попробуем. Так, ребятушки, у нас стоит на авто. Попробуем их одолеть. Не знаю, получится или нет. У них высокий очень-то таки ранг. Смотри, нам главное вот этого главного одолеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он включил мечи. Так, защита, 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 быстрей. Кто-то умер уже, что ли, или что, я не пойму. Так, этот хилится. Ой, стрелы, стрелы. Нет-нет-нет, мы тоже стрелы сейчас запустим и вас уничтожим. Смотри, как она стрелами стреляет, а, гадина. Все, в принципе, смотри, готово. Все, мы победили. Молодцы, у нас победа. У нас победа. Хорошо. А, в арене мы поиграли, а Гранд Арена. Что такое Гранд Арена? Нужен 50 уровень для входа на Гранд Арену. Твои, только команды 50 уровня и выше могут принимать участие в великом сражении за легендарные награды и новых героев. Чтобы повысить уровень команды, проходи кампанию и выполняй ежедневные задания. А что у нас по ежедневным заданиям? Давайте посмотрим. Сразись 3 раза на арене или гранд-арене. Так, мы это мы сыграли. Забираем нашу награду. Улучши умение героев 3 раза. Тоже забираем. О, у нас новый уровень команды 12. Хорошо. А получи бесплатную энергию 3 раза в день. Вот, спасибо. Хорошо. А, давай еще раз зайдем в арену. И сыграем с Максимом. У него 10 уровень, так что мы
Я думаю, надеюсь, мы должны легко справиться с этим. С 10 уровнем. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, как наши герои будут воевать. О, нифига, смотри, защиту, он и я поставил. Интересно, интересно. Ой, мечи, мечи. Я тоже мечи могу выпустить. Так, это бомбочки кидает гадина, да? Ух ты, прикольная бабища, герой, да? С бомбами, да, с автоматами стреляет. Алло, она нас уничтожила. Офигеть просто, поражение. И нам ничего не дали, абсолютно. Так, а что у нас этот уровень? Можно повысить, интересно? А мы смотрим. Так, этот нет. А, ну-ка, сейчас зайдем, попробуем в компанию пройти. Ага, дальше. Так, начать. Проходим компанию, хорошо. Вот у нас злодеи эти. Давайте, герои. Я вас верю. Ну, героев мы прокачали. Как бы, все равно неплохо, я думаю. У нас уже 12 уровень. Так, что ж такое? Да давайте ее уничтожьте. Вот, хорошо. Так, ну следующих, в принципе, нормально. А, этих мы уничтожим быстро. Так, покров, стальные небеса. Все отлично. Этих прям нормально быстренько убили. Так, ну и следующих будет немножечко посложнее. Да-да-да-да-да. Смертоносный ливень. Нашего героя сейчас убьют, ё-моё. Давай-давай-давай, стальные небеса. Святилище солнца, так, подхилимся. Все отлично, мы победили, ребята. Нам добавили улучшение. Так, продолжить. Отправимся дальше. Где у нас здесь? Вот, идем. А, густолесье. А, уже и не вспомнить, когда взбунтовались все лесные жители. Перейдя на сторону зла, они сильно изменились. Что ж, давай пойдем. Попробуем. Против них. Против лесных этих волшебников. Ну, давай, 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 герои. Есть. Уничтожили. Дальше идем. Так, ну с этим, в принципе, легко. Мы справились. Отправляемся дальше. О, эти ребята посильнее будут. Давайте сделаем стальные небеса сразу. О, все, в принципе, мы их быстро уничтожили. И третий раунд. Стальные небеса, отлично. И все, в принципе, нормально. У меня прям много стальных небесов было. Прикольно. Отправляемся дальше. Где у нас? О, окрестности Вильхайма. Посмотрим. Приспешники сильфиды окружили покидающих город крестьян. Медлить нельзя, скорее в бой. Отправляемся в бой, смотрим. Это все наши ребята лесные. Попробуем их сейчас уничтожить. Вот, есть, готова одна. О, все, вторая и третья тоже у нас уничтожена. Хорошо, хорошо. Следующий. Сейчас сделаем стальные небеса. Опа! Сразу. Сразу смотри, как они уничтожились. Офигеть. Вот это стальные небеса. Я представляю. Я понимаю. Какая мощь-то, а, ребята? Так, сразу тоже давай стальные небеса. Хорошо. И пламенный покров. Конечно же, мы сейчас защитимся от воинов этих. Ох, нифига, подожди. Алло! Так, а ну-ка, давай, огонь. Хорошо, все, мы справились, ребята, молодцы. Вернемся в город, что мы можем здесь интересно улучшить? Так, герои, давайте посмотрим. Тея. Давай ее исцеляющий луч улучшим. Вот так, хорошо. Отлично, отлично. Дальше, этот у нас чувак. Так, это пока мы не можем полностью. Так, повысить ранг мы не можем. Здесь что у нас? Надеть все. Дальше. Повысить ранг тоже пока не можем. Облики. Улучшать. Улучшателя тоже нету. Ну что ж, отправляемся опять в компанию. Вот в это место. Монумент Мирона. Оскверненная статуя короля с грустью глядит на изменившихся подданных. Это закат эпохи кентавров. Давайте попробуем. Уничтожим этих кентавров.
заработаем и денег, и заработаем мы улучшения. Герои у меня достаточно прокачаны, я смотрю. В принципе, несложно здесь играть. Но с каждым новым сражением наши враги все сильнее и сильнее. Так, сразу включаем стальные небеса. О, так быстро они погибли, нифига себе. Еще стальные небеса сейчас сделаем. Поехали. О, хорошо. Хорошо. Все. Уничтожили. Заработали денежек. Отправляемся дальше. Мы приближаемся к тайному броду. Единственный брод заблокирован бандой злодеев. Надо освободить путь во что бы то ни стало. Давайте, пойдемте. Наши герои сильны. Так, а враги, они слабы. Сейчас мы их уничтожим. Угу. Главное, стальные небеса использовать. Вот они вот дают прям мощный у нас герой. Он их вообще нормально прокачанный. Все, дальше. Давай используем сразу паралич. Паралич наведем на воина. И используем стальные небеса. О, нормально. Нормально, нормально. Так, защиту пока не будем использовать. Используем на других врагов. Вот, все готово. А теперь, естественно, мы сразу же будем защиту включать. О! Остальные небеса. Хорошо, смотри, прям такие. Главное нам продержаться. Ох, нифига, у него какие силы. Так, паралич. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Давай, стреляй. И захилимся сразу. Идем дальше. А, ну все, мы выиграли. Это была третья ходка. Продолжить. Река забвения. Смотрите, ребята. А, воды этой реки стирают все воспоминания. Не с их ли помощью обратили жители леса на сторону тьмы? Ага, действительно. Так, продолжаем идти. Ну, эти, в принципе, враги, они не так страшны. Мы их сейчас уничтожим быстренько. Ну смотри, они. Вот этот прям стреляющий, прям мощный такой. Все убили. Хорошо. Дальше. Делаем сразу защиту. И стреляем стальными небесами. О, практически всех уничтожили, представляешь? Хорошо. Все. Поехали. Вот здесь будет уже посложнее, мне кажется, нет? Так, сразу же. Делаем здоровье всем. Паралич используем. Стрелы, стрелы. Давайте, герои. Я вас верю. Пламенный покров, мы защищаемся. И дальше мы уничтожаем этих ребятушек. Давайте быстрее уничтожайте их. Быстрее, быстрее. Мы пройдем эту карту. Ну, в принципе, тут немножко осталось. Так, ну вот этого моего геройчика, что-то уже здоровье слабенькое. Надо будет его прокачать, слушай. Все, победа. Идем дальше. Вау, колдовская чаша. Смотри. Свет не проникает сквозь густые ветви деревьев. А темные чары шамана сгустили тени под кронами в непроглядную тьму. Интересно. Вот. Опять эти же ребята, которые были и до этого. Давайте уничтожим их. Ну. Так, есть один. Этого мощного мы убили. Дальше. Стальные небеса сейчас используем. Бегом, бегом, бегом. Вот, давай, стальные небеса. Есть. Вот, сразу три одни умирали. Ё-моё. Ну, сейчас с этими будет, с третьими будет немножко сложнее, не знаю, посмотрим. Я сейчас включу на авто. Пламенный покров, сразу защищаемся, стреляем, и небеса. Нет, смотри, они держатся прям. Прям неплохо так, враги. О, они тоже применяют стальные небеса, смотри. Давай, надо уничтожить их. Покров их не... Вот, отлично, отлично. Ох ты, гад, на тебе. Ну все, эту быстренько мы уничтожили. Нормально прошли. Хорошо. Продолжить дальше.
Что у нас здесь имеется? Ага. Все, мы уже след Маракса заходим. А сам Маракс коснулся этих земель своей огненной дланью, породив множество самых ужасных тварей. Хорошо. Попробуем сразиться с вами. Вот этого стреляющего надо козлика убить. Он прям, смотри, в нашего вот этого героя, который самый слабый, в него стреляет постоянно. Прям на него нацелился. Есть, готово. Сразу включаем стальные небеса. Давай. Есть. Все, ну и здесь, в принципе, несложно. Отправляемся дальше. Здесь надо уже, конечно, включить авторежим. Все, сразу стрелы, у нас защита, стальные небеса, паралич. А, ну все, в принципе, всех уничтожили. Молодцы. Победа, и заработали немножечко денежек. Хорошо. Ну что ж, ребята, на сегодня будем заканчивать серию. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.